Доброго денечка. Следующий корпус, 6-й. Идем. Как я уже говорил, записывать буду по одному ролику на один корпус. Ну, естественно, не просто корпус, а и другие достопримечательности. И просто красоту, например, море или горы или лес. Вот на 6-й корпус гостиничный для отдыха людей. Тоже проведена реконструкция буквально в прошлом году. Или уже позапрошлым, я уже, честно говоря, не помню. По-моему, позапрошлым уже. Вот он, 6-й корпус. Покажу его, потом отдельно ролик мы возьмем. Капитанский мостик. Вот такой вот он красивый. Мне жарко стало. На улице очень хорошо. Травка зелененькая. Так, 6-й корпус схватит. Дальше капитанский мостик. Всем спасибо. А, море, я обещал море. Немножко моря. Больше будет опять же с капитанского мостика. Трава вообще уже зеленая, свежая. Шикарно. Ну вот так вот. Всем спасибо. Берегите себя. С Богом.